Кузя, тебя только не хватает. Ау! Ты кому палец жуешь, алло? На, на. На. Так, на. Ага. Ау, больно, дура. За волосы тянет. Она легла мне на волос. Дай. Хочешь играться, да? Буся, бусечка, на буся. Ау! Ты кусаешься, ты че кусаешься, а? Ты че кусаешься? Смотри! Йода защищает меня. Ты видишь? Ага. Еле уйди, а то она сейчас как защищает. Сейчас моя поделюсь. Девочка, ты защищаешь меня, моя маленькая. А ну хватит! Тихо, тихо, тихо. Мою сладенькую. Ты еще у меня защищаешься. Вот так вот скажи, вот так вот, Геля. Умничай. Вот и не умничай. Мы тоже еще злые. Умничка. Скажи, а то вообще списали уже. Да, Юточка? А то вообще списали. Что ты спишь там, Кузь? Иди к нам. Девочку. Кузик! Это мощно. Поднимай, поднимай его. Вытаскивай его оттуда. Чего на него залезает? Кузя, скажи, отстань от меня. Как она ему по морде дала. Смотри, ложится. Мне так смешно, когда он ложится перед мной. Что ты так дышишь, ёлки? Я представляю, как там сосед, он такой дум-дум. Зонтиком не игралась. За хвост. Видишь, что ли, хвост торчит? На, тапки нашла по дороге. Вытаскивай оттуда, Кузя. Вытаскивай. Тебе сегодня весело? Досик. Кто там пришел? Что за одна такая Геля? Только не взлетай сюда. Сюда иди лучше. Края, фу! Где бороду вытри? А ты что тут тащишься? Фу, Геля, какая ты мокрая. Зачем тут пошла попила сейчас? Это хочет, чтобы ее гладили. Угу. Чё, Геля, все внимание. Ну да. Ау! Иди вытри свою бороду! Что ты хочешь? Не наступай на Юту только. Увидела, увидела. Не ложись, не ложись. Чего
пью, то мокрые лапы, у Гели сухие. Че у Что ж это за кусочка? Это что это за кусочка такая? Смотри, такие челюсти. Хочешь язык прикусить свой? Сейчас дай. Нельзя. Нельзя. Лежи. Лежи, только нельзя. Что, собралась вставать? Подними ее. Мам, зачем тебе камеры записывают? Сейчас? Да. Да? Да. Надеюсь, Анька завтра пойдет, поснимает праздник. Когда что тут на них смотреть, на них можно утром поехать.
Такая огромная не помещается. Этому вечеру дала чудесная миниатюра английского композитора Эдгара Элгара «Салют, любовь» в программе «Компьютерная». Что-то они погоду не говорят, сказали про погоду. Вокруг иди. Раньше здесь была туя, а теперь... Thank you.
кто так красиво? Саша, открой крышку. Слушай, открой крышку, а то не пахнет. Самый повар, что ли? Он хуже. Да? Он любитель. Нормально. Нифига себе. И этим все сказано. Ой. Так, теперь пока это самое еще светло, пока мы все тут, нам надо, чтобы нас втроем с Олей сфотографировали. У Оли нет фотографий с родителями. Найти что-нибудь перед тем, как это самое, пока все еще это. Скажи, классно. Ну да, я в жизни не додумался. Чего? Красиво, Сашка делал. Много, хорошо. Где-то. Мужик-то стоит и меня смотрит, только, знаешь, такой. А я на него даже не смотрю. Ничего себе. Машечка, писай, говорит, посмотри, говорит, наверх, голубь. Саша, скажи, а это я. Оль, Люташа, а это я. А это я. Это я. Ваш повар. А я вообще свою курицу. Или фанера какая-нибудь. Фанера наверху. Фанера вот есть эта доска. А, вот, давай. Пойдем посмотрим. Классно. Я тебе покажу доску. О, она всегда будет. Чего? Верхнее мясо могло не примариноваться. А когда ты его мариновал? Сегодня. Это свинина? 3 часа назад, да? Не надобили? Да. Не, чешлыки, чешлыки видно. Дело все в том, что американцы любят больных брать. Оля, закрыла все шашлыки. А, извините. Надо курсы. Красивые такие шашлыки. Сейчас буду насаживать их. Что ты ищешь? Ань, Ольга не знает, где поставить. Погода, в принципе, настраивается. Мы собираемся уже уезжать. А? Да, я вчера приготовила. Кабачки вообще я люблю, баклажаны. Слушай, у вас так быстро время пролетело. Да. Но вы сделали довольно много дел все-таки. Вернее, их нет. Хороший пришел поесть. Он как, знаете, когда шашлыки он смеет. Чего? Из самых, я помню, как перекрытие. У нас просто шампуры короткие, иначе бы делали мы тоже. Я боюсь, что может быть все не вместится. Стойте там, я его засниму, как вы собираете урожай. Такие шампурчики нехиленькие, тут порции такие. Хорошие шампурчики. Мама Тамара собирает урожай. И лебеду. Аня ее снимает под лучом солнца. Не, нормально. А Оля снимает. Ты под лучом солнца. Ну что, все вместить? Так. Я снимаю Олю. А вот же ведро синее. На фоне сослыка. На фоне сослыка. Вон там остатки сослыка. Я буду снимать. А Оля будет меня снимать. Я буду снимать Ани на фоне пьянствующей. Убери лицо от лица. Убери от лица. От лица, вот Оля на лицо. Я сейчас сниму Оля на лицо, чтобы оно было видно. Она старается, там что-то перкает куда-то. Это правильно. А ты меня снимаешь. Тебя видите, лицо тебе показать. А я у тебя голову отрезала немножко, ничего? Не, ничего. Зачем тебе голова? Зачем тебе голова снимательница? Оля с белыми коленками. А, ну ясно, я-то думаю, с чего оно полупустое? Оно же драное. Подними, Сашка, ведро, покажи всем, какое ведро. Писающая проблема. Нет, запишу. Да, записывай. Очки нужны тебе. Или без очков сможешь. В Ирландии мы пьем с начальником тюрьмы, а здесь с начальником охраны. Как-то говорить? Нет, не то. Так, налево. Могла сказать, что я не уходила никуда. Посмотреть за новая запись, окей. О. Номер. Валера. 98-54. Это Валь. Нет, имя сначала. Может, все, это фамилия. Они за вами следить будут. А это тут построилось сарай такая. Ну, мы что-то попросим сараюшку построить, чтобы все закрыть. Сосед. Изначально был сарафан мужская одежда. И шелся он с длинными рукавами. А это товарищ тебе? Вот. Вот так вот здесь дырка была, и вот рукава свисали. Вот это вот назывался сарафан. Ох ты мой, о да, это осторожно, слушай. А он не подойдет к мясу. Поплыл. Так, сам полз. Да, да. Ползком, боится. А теперь шуруй отсюда. Пёса.
прикормить. О, подожди. Не надо, не надо, Алексей. Костя, чужой собаки, ни в коем случае. Это такие вещи, там сырок. Ну, смотри, какой он лак. Ой! Он тебя пометил? Посмотри, Анна, он тебя обтух. Ну, точно как Ирчик, когда меня встречает. Пёсик, пёса. Он и писается, он штукует. Мое сердце волнует. Так как надо. Ты скажи ко мне, расскажи ко мне. Это мы только тренируемся. Топор твой ночует. С топором твой. С томагавком. А это совсем с топором вышел. Помоги ему, ты накажи его, Боже. Чем же я не такая, чем чужая другая? Я хорошая, я пригожая, только доля такая. Хорошо, первые две строчки. Так замужем плохо. Ой, плохо. Расплела я русу косоньку. Да сидела б я дома, напилась я пьяна, не дойду я до дому, довела меня тропка дальняя до вишневого сада. Мене молодого з ума разом звела і сказала, понеділок підем разом по барвінок. Та пішов тобі нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума разом звела. Я ж тебе, підманула, я ж тебе підвела. Я ж тебе молодого з ума разом звела. Ты сказала, вівторок, не даю разі, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підвела, ти ж мене молодого суму розуму звела. Сказала, у середу. Підем разом почитати. Ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумара. А Саша, бідний, все жарить і жарить. Я ж тебе молодого сумара разом звела. Ти сказала у четвер, підем разом на концерт. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене молодого з ума разуму звела. Давай тебе припева. Ти сказала, у п'ятницю підем разом по сільниці. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти казала, у суботу підем разом на роботу. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти казала, у неділю підем разом на весілля. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ну хватит. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, молодого з ума разуму звела. Какая она длинная. Ну, мы сошли до конца. До конца мы еще пропустили, сколько припевов. Нет, только у вас. На глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина и жизнь моего вечная игра. Уж скоро светом, ведь я и так не убегу. Ого, поем цыган. А полароль? Пропою сейчас вам про пыль. Лаковые туфли, одевалась шелк и шиншилля, а теперь ты носишь рваные галоши и тужурка в штопке у тебя. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя Мурка, и прощай, ты зашухерила всю нашу малину, и теперь малину получай. А через минуту снова выстрел грянул. А это просмотр ставил? Да, но выключить все равно. А все равно выключили. Ее перекрутили эту? Я не знаю.
хочешь? Что? Что ты хочешь? Ты перекрутила эту кассету? Нет. Нет, она была своя на середине стояла, я все помотала. Я же предупредила. Чуть тебе надо, чуть тебе надо. Я предупреждала. Долго беспокойно, красно-красная. Сначала. Вот ты как раз пел, что тебе надо, что тебе надо. И сзади вы тут кассету перекрутили. А ночка темная была. Это семейство Кретовых. Заводелик, Гвоздик, Заводелика, Заводелика, Старостина. Правильно поет. Всю ночь сидела до утра. Только так, вот это она сидела. Переучивайтесь быстро. Прелесть. Прелесть. Как тебе Вера, Юра, главное? Вот они, Вера, во. Погулять! Погулять! Кончается батарейка. А мы сейчас поставим. О, тут есть. Облики суда скорей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Меня несчастную, торговлю частную, ты пожалей. Вот песня. Не перевелись друг друга. Аплодисменты. У меня руки заняты. И вдруг, там знаешь, не революция, а после вот этой гражданской войны, когда Польша стала самостоятельной, вот весь фильм, эта песня, ну, типа, фильм сопровождала на польском языке. Камерам так привыкает, я тут в этом году развернулась ковро, не бежали с тобой. По широкой дороге, где мчится курьерский, тем более сейчас я тоже по-другому стараюсь. В Сталинград мы бежали с разругом, опасаясь тревоги, опасаясь погоды. Пробовала, что осталось. Другое детство. Нет, у них сейчас это иду, ну, смотрите, в этой печати, это миллионером список. Больше, наверное, все-таки. Ну, сейчас, конечно, дороже стоит этот дом. Не, мне хватит. Мне хватит. Ты на процент не сможешь. Мне хватит. Вот он насчитал 1100. Сколько банк дает процентов, например? Слушай, а тут видно, что тут рядом второй дом, прям тут сейчас увидишь. Это просто прожигатель. Какой водой залили? Если я не знаю. Сейчас возьмем за тележку. Если я говорю, я никогда не пойду. Зависть – это один из смертных грехов. А что? Ну, у меня это молитвы. Из семи смертных грехов. Ради Бога, я рада за этого человека, что он это есть. Слава. Чрево будет нищетство. Один из смертных грехов. Оля, поснимай. Вы такие красные там? Ничего себе! Сам разорвался на кухне у нас на даче. Что это было? Это жара была, наверное, стоял. Это была зима. А что он разорвался? Это ты спряталась там, Аня? Ань, это ты спряталась? Думаешь, там не достанет? Ну что-то такое тоже для его строительства. И в этот момент кот полез, там что-то это сам. Вот Олечка сидит, пытается открыть шампанское с шиком. Ну посмотрим. Что, не получится? Хотелось бы с шиком, а уже как получится, так... Может, потрясти, что все вылилось? Нет, тряси, Оля, не надо, чтобы все вылилось. Я хочу, чтобы оно встретило. О, ну даже с пробкой с настоящей. Он и показывает.
Оба, пробка улетела, мы ее не нашли. И даже нету пенки и дымка. И дымок есть. Есть? Они... Да. А, есть, 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 есть дымок. Теперь что? Получай. Шампанское. Будь шампанское. Ну, я останусь дома. Ольга. Кого бы швей? Ну, вот венчик. Мне так понравилось, конечно, Сашка. Я венчик буду, с этим буду. Ну, давайте. Давайте я, наверное, над этим самым буду лить, что меня обычно утекает. Я шампанское. Над этим самым, над землей. Утекай. Темно уже, ничего не видно. Бумага. А что ты там видишь? Бумага. Бумага из этого самого. Я даже такое не увидела. Мам, выкинь, пожалуйста, помой. Мамке один помойник отдает. Так быстро стемнело. Мы сейчас еще пойдем на улицу Кулдыгас. Пойдем, пойдем. Да, ну, я говорю, пора собираться и... Пойдем сейчас на улицу Кулдыгас. Сейчас шашлыки наесть надо. Почему? Да, да. И морда почти такая же, и голос один, да, по голосу. Интонация. Да, это вот такая вот родное такое у него. Гнутся и качатся. Скучкуйтесь, девочки, скучкуйтесь.
что это вы закончили быстренько слишком? Пусть боимся мы волка и сову. Убежали. Чей туфля? Тебя носила. Танцуют все. Как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало. Скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Глазам где-то в глаза моя. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не Саша, скажи, а это я. Муж, а это я. Наш колхоз приехал. Я знаю, вы не любите. Саша, мой хороший, мой повод. Зачем он наш колхоз приехал? Зачем нарушил? Сколько? 11:32, как бы, и опять же, я медленно так проплыл здесь. Капуста, капуста, думаешь, капуста, капуста. А маме, наверное, это стриптиз. Оля, стриптиз? Еще покопаться, еще не туда идешь. Анна тоже так, это, в шкафу. У меня там... По сусекам поспрестись. А там свободный Париж.
картофельное пюре. Что картофельное пюре полицейский снимает? Сняла. Это я знаю. Подсвеченная Библия. Библия. Интересно. Для грамотных. Надо ближе. У Ольги вообще крутились волосы. Так у меня тоже такие же. Крашу я, если накручу, значит, помою, они такие. Вода теплая! Закупайся! Дышать нечем. А потом... Ну, цвету... это не цветочный ковер. Ну, это коньяк, бутылочный. Не дождешься? Это местный кошак. Понимаешь, здесь машина ездит. Да. Утра колоски сделать. Отведете в У меня осталось записи. Вы изломалась. Потому что мы его сами делали. Борис Тервета. Мы ехали. Завтра, говорит, про него 4 страницы. Это красиво. Все нормально. Так не снимай с окном тогда. Я тебе точно оставлю. Как дверью. Вообще, елочки будут выкинуть. А что у них? Нет, народ заходит. Наклеенные, они, прикиньте. Это, знаете что? А это, наверное, еще не сделано. А что насыпь оттуда, скажи? Я знаю. Яблоки жал. А я знаю. Матрия шутес, Макс. Это зерно. Попалили. Классно. Стали. Они были больше? Наверное, все так, всегда такие были. Было вообще сплошные. Блин, Минск-Полчанам наград за вклад в развитие города. В этом году это были достойнейшие из 120 претендентов. Выдвинуть своего кандидата на соискание награды мог любой минск-полчанин, будь то конкретные люди, профессиональное или творческое объединение, или юридическое лицо. Голосовать за кандидатов тоже мог каждый. Герои – это не только те, кто в космических кораблях, не только покорители Эвереста. Герои будней – великие герои, которые живут среди нас. И в этот праздничный момент я говорю большое спасибо всем минск-полчанам, всем, которые от всего сердца, от всей души трудятся, от всего сердца и от всей души гордятся своим городом, от всего сердца, от всей души замечают перемены. Политики всерьез озабочены, как бы поднять патриотический дух в массах. А для весполчан патриотизм – естественное состояние души. Около 1000 человек приняли участие в параде, и это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Около 40 предприятий, учреждений и общественных организаций прошествовали по Большому проспекту от улицы Ганнибал до улицы Бренибас. Тут и танцевальные коллективы, и поп-студия. Коммунальные службы и охранные предприятия, крупнейшие терминалы порта и магазины,
автосалоны и страховые фирмы, банковские отделения и транспортные предприятия, пожарно-спасательные службы и спортивные клубы, местное радио и газета. Вместе с горожанами шли гости. Во главе колонны духовой оркестр «Сталсы», следом коллективы из ганзейских городов. В первом параде участвовали коммунальные службы и предприятия самоуправления. В нынешнем уже за месяц-полтора организаторы обнародовали возможность подать заявку на участие. Наши девочки не участвовали. А почему можно было ведь заявку сделать? А честно говоря, я не знала об этом. И удивилась, увидев танцоров других коллективов. Вот. Ну, может быть, на следующий год выбралась на такой парад раньше. В следующем году праздничное шествие будет гораздо больше. Для предпринимателей это хорошая реклама, для работников повод для гордости за свое предприятие. Вот, мол, какие мы бравые и красивые. Для всех вместе удивительное чувство единства и гордости. Вот они мы все вместе, где находится здание старой ратуши. На праздник города проходит конкурс сувениров. В этом году были представлены 46 работ, среди которых можно было увидеть брелоки, предметы, посуду, игру «Путешествие по Венсполсу», сумки, обложки и многое другое. Проголосовать за понравившийся сувенир мог любой. Так, каждый человек может взять одну постольку и запомнить номер этого сувенира, который лучше всего понравился, и потом бросить ведра с таким ведрушком с таким номером. И тогда будем подсчитывать голоса. Победителям будут вручены денежные призы. Отдельно оценивали работы и профессиональное жюри. После подсчета голосов определились победители. Первое место и денежный приз в размере 300 латов получила работа Владимира Ларионова «Цирк Венсполсы». Второе место и 200 латов достались рижской фирме «Дальраде Гунтве» за сувенир «Кружка Венсполс». А третье место и 100 латов достались Илзе Эннени за масленку корова. Сувениры «Рыбный салат» и «Винтедж» удостоились поощрительных премий в размере 25 лат. Благополучие, чем больше в хозяйстве коров, тем зажиточнее хозяин. На минувшей неделе Венсполс снова стал богаче. На улице Кулдегас поселилась телочка в модном платьице легкомысленной расцветки. Это подарок к празднику города. На изготовление фигурки ушло 2 месяца. Делали ее в Риге фирма «Аннелс Атракциес» по эскизам художниц Инны Воронцовой и Анны Беттани. В субботу телочка с интересом взирала на суету, царившую на улице Ганзе. Ганза в переводе с древнеготского языка означает «купеческий» или «торговый союз». Заключенная в Кёльне в 1367 году конфедерация 57 городов положила начало обширному ганзейскому союзу, получившему по Штральзунскому миру с датским королем Вальдемаром IV привилегии, давшие ганзейскому союзу значение важнейшей политической силы. Пятый год подряд одним из самых красочных мероприятий праздника города является фестиваль цветочных ковров. Идейный организатор фестиваля Риона Айце. В этом году ей удалось собрать в Венсполсе 27 команд из Латвии, Литвы, Белоруссии и Украины. Тема фестиваля была «Игры ветров». В отличие от фестивалей прошлых лет, в этот раз при создании ковров можно было использовать дополнительные материалы, которыми обеспечивали организаторы мероприятия. Не было ограничений, что ковер должен быть не выше 15 сантиметров, но должен при этом все равно оставаться ковром. Размер ковра в этом году отличался – 1,5 метра на 4 метра. Поэтому из-за небольшой территории для размещения ковров в этом году участников было меньше. Мы уже второй раз здесь. Позапрошлым мы здесь были. Организация вся и вообще праздник просто супер. Вот это главное, что проводится такая красота. Оценивала работы профессиональной жюри во главе с архитектором ландшафта Анитой Нелланде. Ни один ковер не был похож на прошлогодний. И новые участники в этом году. Пусть ковров меньше, но это яркое событие. Люди могут сфотографироваться и посмотреть, сколько интересного могут придумать другие люди, собравшись вместе. Зрители тоже голосовали за понравившиеся цветочные ковры. Приз зрительских симпатий получил ковер, созданный группой флористов из Кулдышского района с девизом «Ветер метет». Третье место жюри присудило ковру венспилских флористов под девизом «Грозовая круговерть». А ковер «Прости, ветер» получил 2-е место. Сделан он руками флористов из Риги Огры и Сигулды. Лучшей была признана работа флористов из Ецевы и Елговы с девизом «Вей». Ну,
Победители получили денежные призы, общий фонд которых составил 600. В спорте во время праздника города не было повода жаловаться на то, что им скучно и нечем заняться, потому что как скейт-парк, так и площадь Лейлайс были полностью в их распоряжении. Там было организовано мероприятие Nokia Extreme Tours. Днем соревновались роллеры, скейтбордисты и велосипедисты. Приехали спортсмены из Голландии, Франции, Финляндии и Швеции. Погода во время праздника не подвела, но вечером на большой площади наблюдалось необычное явление для лета – снег. На площади была выстроена 9-метровая эстакада, которая была покрыта слоем снега, всего около 10 тонн, чтобы сноубордисты могли выполнять различные трюки на специально изготовленных конструкциях из фанеры и железных труб, или иными словами – слайдов. Прошли три дня празднования юбилея Вентспилса. Время подвести итоги. По-моему, праздник удался. Был очень разносторонний, полные три дня, разным интересам для детей, для юношей, для взрослых, для разных интересов. Децентрализация, мы старались максимально, она во многом, по-моему, удалась. Мне кажется, больше просто организованности вот такой. И, больше понравилось, чем в том году. Как? Этот, наверное, произошел все. Произошел? Да, даже новогодний. Ну, каждым годом все лучше и лучше. Другую, такую. Музыка. Не, музыка, в принципе, тоже была неплохая. По некоторым подсчетам, праздник города посетили 65 тысяч гостей. А посмотреть им, прямо скажем, было что. Торжественное открытие праздника состоялось в пятницу вечером на Ратушной площади, где публично вручали призы города. Сразу после награждения начался концерт. Самым насыщенным на мероприятии днем была суббота. Утром состоялось экуменическое богослужение, а через час уже стартовал торжественный парад, после чего начались мероприятия в разных местах города. Можно было погулять по Ратушной площади, проголосовать за понравившийся сувенир, поучаствовать в празднике книг, прогуляться по улице Кулдыгас, которая в этот день стала улицей Ханзас, заглянуть во двор замка, где всех приветствовали травницы. Много сюрпризов ждало гостей праздника на набережной. Это и фестиваль цветочных ковров, и песенная дуэль, и караоке вместе с Вентспилсским хором, и много торговых точек, где можно было приобрести оригинальные сувениры и многое другое. Проголодавшиеся могли отведать шашлычка. В заключении праздника на главной сцене набережной выступил победитель новой волны «Интерсбусулыс». В 22:45 начался отсчет 715 секунд, и как кульминация в небо взвился салют. Салют, как обычно, на высшем уровне. Получше видели. Те, кто не очень устал за день, могли потанцевать на ночной дискотеке в Ренте Дарс. В воскресенье отнюдь.